Урок 4. Назначение горячих клавиш. В закладке Hotkey and MIDI Setup можно определить горячие клавиши, открыв пункт Hotkey Setup или клавиши MIDI клавиатуры, используя пункт MIDI Setup. Назначение горячих клавиш способно существенно упростить и ускорить работу в Traktor DJ Studio. Например, чтобы определить горячие клавиши для функции Bass Kill, которая обрезает низкие частоты в композиции, нужно нажать кнопку Add в пункте меню Hotkey Setup, что откроет список функций, доступных для назначения горячей клавиши. В открывшемся списке найдем интересующую нас функцию, находящуюся в подпункте EQ, пункта DEC, и нажмем по ней левой кнопкой мыши, после чего функция отобразится в списке Hotkey Page. Теперь нажимаем на клавиатуре любую клавишу, например, A, при этом активировав кнопку Learn в диалоговом окне Hotkey Setup. Параметр Controller Attributes открывает список из 4 виртуальных проигрывателей DAC, позволяя определить, для которого из них будет действовать данная горячая клавиша. Например, проигрыватель A. Следует установить значение Toggle в параметре Control Type, что позволит при повторном нажатии по горячей клавише отменить выполняемое ею действие. Аналогичную функцию для проигрывателя DAC B назначим на клавишу S. Нажимаем кнопку OK. Теперь у нас есть возможность мгновенно обрезать низкие частоты у одного трека, резко включив их в другом, что в дальнейшем окажется весьма полезным при сведении композиций. При этом следует учитывать то, что данная функция не работает в режиме эквалайзера Xone 92.